Добрый день, меня зовут Дмитрий Ярмак, генеральный директор компании Fresenius Medical Care Казахстан. Компания работает в Казахстане с 2008 года. На данный момент мы открыли на территории Казахстана 8 диализных клиник практически по всем большим городам Республики Казахстан. На протяжении всего этого времени мы работаем и развиваемся в сфере гемодиализа и получаем очень хорошую и всеобъемлющую поддержку от государства. Огромное спасибо за прозрачные и достаточно простые условия выбора поставщика по гемодиализу. На данный момент мы не испытываем никаких проблем, тем более с конца 2021 года мы начали сотрудничать с компанией «Казах Инвест» и получаем очень большую поддержку, что нам очень сильно помогает и очень благодарны за это.